Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрина. Мы продолжаем калитку протокол. Капец, затуп прошлой серии был страшнейший. Мне несколько раз подряд показывали на экране, что нужно сделать. Я отказывалась видеть букву A. Вот честно, я вижу только LT, и у меня полное недопонимание того, что нужно сделать. На LT-то другие у нас функции. Оказывается, получается, мы зажимаем LT, А, потом мы А отпускаем, держим LT, а RT это бросить. И все. Вообще никаких трудностей. Я при монтаже сидела, ржала себя. Это кошмар. Так, есть тут какие-нибудь нычки? Переоделась я в ретро-костюм. В этот раз игра разрешила мне его надеть. Не поменяла снова. Хотя до этого она меняла на оранжевый костюм. Вот. И все равно сохранение ручное не действует. Я пытаюсь, что происходит? Не знаю, просто держи, я принесу еще успокоительного. Скорее, в нашу сторону бегут заключенные. Доктор Малер, вы там, доктор Малер! Да, это мы все видели. Сейчас будем учиться на этих, на гнидычах использовать. Ага. И куда? Оу! А чё я не могу стрельнуть? О! Первая смерть. Все, можно пропустить? А почему я не стреляю? У меня патроны закончились? Блин, ну конечно, это жестко. Мы должны... Да хорошо, мы это все видели, отстаньте. Так. ЛТ, ЛТ, а? Хорош. Оу, оу, оу! Уклоняемся, уклоняемся. Оу! Он без головы со мной дерется. Ебота жирный. Ну, этот раз более профессионально получилось, заметьте. Ага. Так, нам нужна вот эта вот штука, где я могу продать все, что я нашла, потому что у меня очень маленький инвентарь. Вот, пожалуйста. Что это такое? Какая-то панель. Вот, у меня получается есть инвентарь еще с правой стороны. Но его, скорее всего, нужно открыть как-то. Вот это я могу продать. Одну восстанавливающую инъекцию я никак не могу выкинуть. Нет. Разве что выкинуть пули. Ну, блин. Перезарядка у нас на X. Это я уже научилась делать. Ну. Кредиты нам тоже нужны. Ага, вот и приходилось. Панелька, которую мы свистнули. Самое главное здесь вовремя уклоняться и изучить тайминги. И тогда будет все классно получаться. Ну и, конечно же, правильные кнопки нажимать.
А я не могу вернуться? Капец, сколько здесь этих штук всяких, посмотрите. Это то место, о котором я подумала? Да? The choice is yours. Есть, я могу продать. Я могу продать. Сейчас и взять еще раз, и еще раз продать. Ага. Ди-ди-ди-ди. Вот преобразователь. Блок аккумулятора. Заряд силовой перчатки со временем медленно восстанавливается. Ее также можно быстро зарядить при помощи аккумулятора, если аккумулятор разряжается в тот момент, когда вы держите врага или предмет. Вы их уроните. Силовая перчатка будет автоматически расходовать доступные аккумуляторы из инвентаря. Выполнение заряда отразится на шкале у Джейкоба на шее. Аккумуляторы силовой перчатки также можно брать из инвентаря вручную. Их можно найти в ящиках, также аккумуляторы могут оставлять убитые враги. Это продавать нельзя. Так это, блин, нам еще больше места. Место занимает. Дополнительный аккумулятор. Здоровье. Угу. Кредиты. Я недавно посмотрела «Пиратов Карибского моря», и теперь всегда хочу говорить не «Калиста протокол», а «Калипсо протокол». UGC Printing. Have a united day. Давайте одну здоровяшку продадим. Однозарядный пистолет. Мне 80 хватит. И один этот купить. Так, я хочу еще палку себе увеличить. Угу, и силовую перчатку можно тоже улучшить. Так, максимальное увеличивает энергоемкость. Увеличивает силу движения за счет демонтажа. Увеличивает скорость перезарядки силовой перчатки. Ну, давайте вот это вот купим. Как вам, кстати, мой новый фон? Очень хотелось чего-нибудь такого блестящего, яркого, цвета канала. Так, пистолет можно улучшить. Устойчивость. Так как мы уже палку улучшили, а на вот этих вот штуках у нас улучшалки нет. Найс. Что тут еще на палку? Вот это вот. Сломает руку нападающему, если он отразит рукопашную атаку офицера. Используйте с осторожностью. А что с осторожностью? Можно и мне сломать что-то? Разблокируйте новую подсечку после блока. Делает врага уязвимым для последующих атак. Мощная атака в экстремальных ситуациях. Давайте вот это вот. Я палкой чаще пользуюсь. Пистолетом я пользуюсь больше как дополнительным оружием, поэтому... Cycle complete. Да, хорошая палочка. Угу. Больше как меч какой-то. Увеличивает урон за счет перегрузки регуляторов энергии. Офицер. Офицер это типа мы? Давайте палочку, нашу выручалочку улучшать. Все-таки столько бабосиков мы заработали. Прибарахлились чуть-чуть. Так, еще 300 есть. А можно как-то увеличить, например... То, что я могу с собой носить. Инвентарь. Увеличивает силу движений, и при контакте противник может быть ранен. В смысле? При контакте чего?
С нами? Давайте это купим. Все, продать ничего не могу. Ладно. Опять эти бамперы. Нажмите правый бампер, чтобы осуществить усиленную рукопашную атаку. Но правый бампер это, наверное, РТ. Усиленные рукопашные атаки медленнее, но наносят больше урона. Или можно поразить несколько врагов и отбросить их намного дальше. Они вместо того, чтобы писать правый бампер, лучше бы просто кнопочку рисовали. Бип. Правый бампер. После успешной блокировки последней атаки врага нажмите на правый триггер. Нет, стоп. Получается, правый бампер это... Ай, геймпад запутался. РБ. А триггер это РТ. Подсечки наносят врагу урон и сбивают его с ног. А как блокировать, кстати, удар? Нам куда-то сюда? Так, ну все, вроде бы я тут все собрала. Так, а тут что? Это откуда мы пришли? А, кстати, тут же шон этот. Можно продать еще. Unit online. Правда, десяточка роли не сыграет, но, может быть, и сыграет. Все, погнали. Тут все сломано, поломано. Блин, ребята, а я таймер забыла включить. Сейчас, подождите. Все, таймер включен. Ремонтная мастерская СИ-110. Сохраняшка. Капец, так хотела сесть записывать, что забила. Забыла включить таймер. Если не будет превьюшки, вот это вот хорошо. Но это кто-то намеренно сделал. Я не думаю, что монстры такие умные. Джейкоб, у тебя вышло. Открывай для тебя технический лифт, на нем доберешься, хорошо? Давайте послушаем запись. Прошу, остановитесь. Я все вам отдам. Все, что угодно. Нам ничего не нужно, кроме мести. Хотим? Мы ничего тебе не хотим. Нет! Нет! Ну да, это люди делали. Те, кто смог сбежать и не заразиться. Ну что тут за кулочки не спрятаны для меня? Нет! А зачем его сделали? Ew. So disgusting. А тут? О! Боеприпасы и все! Дали бы какой-нибудь преобразователь за миллион бачей. Я бы его продала. Пока мы далеко не ушли. Так, прошло сохранение, как будто на меня сейчас нападут. Мне не поздоровится. Он, похоже, сломан. Садись с него, я отсюда... Ты уверен?
Спешите вниз, легко и аккуратно. Тормоза выглядят не очень. Элиас! Я пытаюсь, один двигатель закоротило, когда я напряжение подал. Останови кабину, останови! Элиас! Система не отвечает. Нужно вручную отключить. Что, как? Просто заблокируй тормоз чем-то. Скорее! Ну же, сукин ты, сын! You son of a bitch! Его в оригинале зовут Элиас. Джейкоб, ты меня слышишь? Ага. Ну, плохо. Нужно понять, почему система барахлит. Отключи и снова включи питание там внизу. Доберись до другого лифта. Ты почти на месте. Еще лифт уже не терпится. Он его Элиас называет. Лейс. Я жму! Какого черта? Это вот эти вот яйца, которые я ногой в прошлой серии уничтожала? Дай лут! Фу, какая мерзость. А! Лифт закрылся. Где там мразиши? Что? Уклоняемся. Капец, они без башки активные. Необходим предохранитель. Окей, хорошо. Нам сюда нужно. Надо запомнить. Все, проходов никаких нет. Что? Хлорин, токсик газ. Ап, сука! Я жму! Он у меня жизни забирает? Что за писюлька страшная? Так, все, тут хода нет. Да, он у меня жизни забирает, как сделать? Так, чтобы он меня их не забирал. Так, надо чаще пользоваться пистолетом. Блин, теперь надо приглядываться, есть где вот это вот. Оу! Уворачиваемся. Я не смогла увернуться. Почему? Здоровье дай. То нормально получается уворачиваться, то не очень. Так, вот это я помню с демки. Да что ж такое, отвали! Я почти умерла. Дай здоровье. Ух. Я поняла, что тут нужно сделать, в принципе. Например, взять вот это вот. Нет.
Блин, я хотел сказать не в демке, а геймплей, когда было игры самые первые. С Венчичами была штука. Хорош! Офицер Кэрри Браун. Ничего, никаких записей нет, ладно. Огонь какой-то неестественный. Ну, типа, нереалистичный по сравнению с игрой, да? Как будто, блин, с мультика какого-то. Ага. Я поняла. Ого, их тут. И двухголовых много. Что, будет еще одна смерть у меня? Ага, получается, он с правой и с левой стороны есть вот такие вот штуки. Колья, на которые их можно наколоть. Не получилось. Бежим. Почему я не бегу? Перезарядка. Оу! Я нажимаю! Я увернулась! Хорошо, у меня было здоровье. Блин, я не люблю стелс, честно. Это что, еще не все? А, он еще один гнидыч. Ладно, этого можно попробовать. Зарядка. А, все нормально. Так, тут заперто. Но сюда нужно, видите, там можно пройти. О, предохранитель для ворот. Отлично. Глаз как в этом, в Little Nightmares. Это мы можем открыть. Сейчас, подождите, давайте вернемся к той двери, которая была закрыта. Почему
Почему я тут бегать не могу? Вот я зажимаю ЛБ для бега. Он не бежит. Вот он бежит, бежит, бежит. А, это не сюда. Но сейчас он не останавливается. Там останавливался на верхушке. Здесь? Здесь была дверь? Я уже забыла. Вот сейчас, видите, он остановился. Он идет медленно. Не спеша. Ага, вот она. В самом начале. А, ну да. Сейчас мы вылезем в той комнате, которая была закрыта. Такой срез. А выйти я отсюда не смогу. Чертеж дробовика Скунс. Чертеж можно загрузить в принтер Reforce. Ладно, идемте назад. Теперь у нас есть чертеж дробовика Скунс. Название топчик. Вот все, он бежать перестал. Хотя я кнопку не отпускала. Непонятно, то бежит, то не бежит. То бежит, то не бежит. Может, это с чем-то связано, но даже не знаю. Все, погнали дальше. А-а-а, я должна была забрать этот предохранитель. Джейкоб, что ты мне не напомнил? Фух, наконец-то. Мы можем пройти дальше. Ой. Встретиться с Элиасом. Кто-то штаны потерял. Каску потерял. Кто-то раздевался по пути, видите? Куча одежды. Элиас. Надо послушать еще раз, как он его называет в оригинале. Просто если Элиас, зачем перевели как Элиас? Элиас? Ну, тоже не звучит так, как нужно. Серьезно какой. Бип. Мистер Бип. Какая громадина. Ну еще бы. Я в лифте. Я уже вижу изолятор. Элиас, он его называет. Что-то не так. Его или сожрали, или захватили придурки. Я опять не в ту сторону повернулась. О май гаш! Реально громадина. Элиас, меня не слышно. Давайте зовите его Лейс. А чё ты не отвечаешь? Прости, что не отвечал, хорошо, был занят. Эти твари провались внутрь. Рвали все в клочья. Мы можем пойти в изолятор? Да, но он в аварийном питании, так что ему придется работать вручную. Не волнуйся, я смогу тебя туда забросить. Запускай подъемник, на нем доберешься. Использовать подъемник, чтобы добраться до изолятора. Сейчас, давайте все тут изучим. А кредиты? Дайте мне кредиты. И этот. Улучалку. Для пистоля, для палочки-выручалочки.
Нет ничего. ЛС. Это что? Просто горит? Да, и на корейском что-то написано, не понимаю. Шихё. Шихё. А в конце буквы непонятные. Кстати, вот вы знали, что в корейском буквы, а не иероглифы. Там каждый знак отвечает за определенную букву, вот каждый символ. Скорее, часики тикают. Да погоди ты. Да, огонь какой-то мне нравится. Так, ну тут монстры прорвались. О! Вот то, что нам нужно. Джейкоб, времени мало. UJC Printing at your service. Загрузка чертежей. Подтвердить. Дробаш. О, урона ты шо. Ну и 800 бачей стоит. Получено достижение не отрезан от мира. Урон увеличивает. Так. Пассивные оглушающие излучатели. А я что-то могу купить? Емкость магазина. И урона могу. Блин. Ладно, давайте оставим деньги для увеличения чего-нибудь другого. Но точно не пулек. Этих тварей. Там закрыли, да? Блин, не успела ничего прочитать. Перезарядка. Так. Блок для силовой перчатки. Они же, если у меня есть, они автоматически применяются, да? Если я ее использую. Просто как в бою можно одновременно стрелять, заходить в этот в инвентарь. Быстро использовать аккумулятор с такими быстрыми врагами. А что, я могу его куда-то использовать? Зачем я его вытащила? А, вот сюда вот. Нет, это тоже инвентарь. Ладно. Мне бы здоровье. В смысле заперто? Я ничего не понимаю. Может, надо достать, и тогда дверь откроется? Я просто прослушала. Что надо сделать? Система управления, так, арсенал. Искать лифт. Ага. Он. Сверху что-то. Значит, я все правильно сделала. Мы сможем нажать. А что у меня в инвентаре?
Фу. А, это инъекция. Да блин. Так, Сонг. Так, личные данные. Тоже мы не можем просмотреть. В татушках весь. Они как будто рычат со всех сторон. А он. Есть. Получен достижение вредное производство. Оу! Уклоняемся. Уклоняемся. Хорош. Еще будут балбесы? Есть. Капец. Когда это закончится? Где? Ага. Есть. Оу! Поищи диспетчерскую. Нужно вращать конструктор, чтобы добраться до нужной камеры. С этого мы уже забрали. А сохранение прошло? Кто-то видел? Может, дадите мне здоровье? Нет? Дамы и господа. Кредиты. О. Вот это дело. Вот это хорошо. Что у меня в инвентаре?
Давайте посмотрим, что здесь есть. Все равно ползет. Зараза. Холера. О, все, сохранение прошло. Ладно, ребята, давайте на этом остановимся. И продолжим уничтожать мразишей в следующей серии. И направляться в диспетчерскую, как я помню. Надеюсь, ребятки, вам понравилось, и плейлисты находятся в описании. А пока на этом все. Всем желаю прекрасного настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.